Дорогие друзья, сегодня 9 мая, я нахожусь в городе Екатеринбурге проездом. Жаркие денечки дали о себе знать. Началась гроза под вечер в 6 часов вечера. Вот вокзал Екатеринбурга. Вот здесь парковочка, тут огородили его. Вот там вот такой занос. И молния. Вот этот, ох, парк-отель. Ой, видите, как гремит. Так что на Урале я и снег застал, и остальные все неприятные погодные условия, и жару, и дождик. С праздничком! Так что, дорогие друзья, еду сейчас в поселок Арти. Это 200 километров отсюда. Поеду сейчас на попутке, жду такси. Всех с Днем Победы, мирного неба над головой, чтобы никогда не гремело у нас, не гремело, так скажем, в военном плане. А у природы нет у природы нет плохой погоды, так что едем и не боимся этого дождичка и вот этих больших черных туч. Ребята, град в Екатеринбурге. Град. Смотрите, какой град. О, какие градины. Просто сыплет. Смотрите, какие градины. Ох, сейчас засыплет. Я на гастролях в городе Екатеринбурге. Вот сейчас жду попутку. Вот такой здесь дождик прошел. Весь город поплыл. Там дальше вообще улица встала. Екатеринбург, 2019 год, 9 мая, первая гроза. Все залило, город стал в одночасье в пробке. А там вот такой просвет. Вот так, друзья, бывает иногда. Дождик не обещали сегодня, а он раз и посетил меня вновь в дороге. Да там до автовокзала не поедем. Ну где первые дома начинаются на 40 километров? Друзья, я еду на концерты в Артинский район Свердловской области.